Ну что ж, всем приветики еще раз. Это такой второй блок, как продолжение. В этом блоге я буду тестировать один микрофон, который... В прошлом блоге я говорил об этом, где я делал анбоксинг на один микрофон. Вот, собственно, в руках у меня этот микрофон. Первую программу, через которую я буду тестировать, она есть в каждом ноутбуке и в каждом компьютере. Вторая программа, через которую я буду тестировать этот микрофон, Sony Vegas. И третья программа, это OBS. Начнем тест этого микрофона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это был тест этого микрофона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это был тест этого микрофона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это был тест этого микрофона. Закончил я, в общем, этот тест этого микрофона. Было, в общем, моментами даже интересно. Разница, может быть, где-то будет ощутима. То есть, можно записывать на одну программу, можно попробовать на другую записывать. И то есть, может, где-то какие-то... Есть какие-то помехи, где-то какие-то колебания. В общем, спасибо, кто смотрел это видео, тест этого микрофона. Вот этого вот. Ставьте лайк, либо дизлайк этому видео. Кто хочет, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.